Всем привет из солнечного Краснодарского края. У нас сегодня солнечная погода, но в принципе не жарко. Жарко, но терпимо. Вот сейчас нахожусь на огороде на нашем. У нас здесь, видите, как это называется, баштан по-кубански. Бахча. Не, бахча — это арбузы. Ну ладно, неважно. Тыква заросла. Заросла так, что вот этот проход, который у нас идет на речку, он зарос просто. Вот я потихоньку тут начал разгребать, чистить. Ну, откидывать, ничего не ломаю, не рву. Он просто вправо, влево и плюс амброзию удаляю. Видите, сколько уже прочистил. А еще вон. Ну, вот здесь вообще сильно заросло все. Ну, вроде бы тыква пока еще не нашел такую, чтобы оторвалась. Вот. Так, немножко откинул. Потому что надо на речку выходить. За травой, допустим, идешь косить, потом прыгаешь как заяц. Вот, а сейчас здесь еще тыкву видел. Во. Видали? Какая тыква. А звучит как арбуз. И таких у нас здесь тьма. Тыквы вообще огонь здесь. Видите, там амброзия вылезла. Тоже сейчас продергаю. И тут еще у нас есть вот дынька. Вот дынька. Здесь арбузик, дынька рядом, видите. Мы несколько сортов сажали. О, это колхозница, как я понимаю. Так. Лебеда. Ладно, вырву. Одной рукой неудобно. Здесь вот что-то маленькое. Тоже, наверное, дынька. Пололи, не пололи. Все, он. Так, это что-то дынька. Вот такие вот у нас дела.
Вот, получается, амброзию, когда срезаешь, она, видите, от корня начинает пускать. Раз, два, три, четыре. А был один ствол. Вот как медуза горгона. Сейчас покажу вам эту красоту. Все красным-красно. Гляньте, а там что творится. Вот это урожай. Ну и где те люди, которые писали, что у нас в теплице ничего не будет? Вот пропали, странно. Пилочка, ты не знаешь, куда они пропали? А? Пропали. А еще помимо теплицы у нас очень большой урожай на поле. И здесь в огородике на грядке тоже очень много. Так что, видите, можно закруточку. Вот эти я буду закручивать, красивые выберу. Вот эти закручу. А вот эти вот все, что такое, вот этот, нет, этот на выброс, конечно. А вот это вот все я обработаю через мясорубку. И все. И будет вкусняшка. Надо бы еще перчик собрать болгарский. Так, а что у нас здесь с перчиком? Вот, надо собирать, хоть он и мелкий, но чем больше собираешь, тем больше его потом будет. Видите, вот здесь вот еще, а? Ну, все будет. Тут нам надо просто снизу глянуть. Тут маловато там его. Блин, мало перца, пилотик, что делать будем? Вот там надо будет еще на поле сходить, там тоже можно поискать.